болит? У меня две грязи, просто нагнуться, встать тяжело. И в ногу бьет. Да, в ногу. Нога тянет, сюда же. В следующий раз кого-нибудь поздоровее привозите, хоть чуть-чуть. А да. То тут грыжи две, там тянет, там это. Так, два дня тоже ничего не делать. Тяжелее рюмки не поднимать, то же самое. Растяните пуговки на брючках. Или они тянутся? Тянутся? Ну все, ложитесь. Это не брючки. А у вас так как парад. Так, значит, мы поняли, что тут происходит. Грыжи. Две, да, вы сказали? Да. Откуда вы про них узнали? МРТ делали, только... А что вы их не принесли нам МРТ? Они просто давние сделанные были, поэтому сейчас я не пробовал. Попробовал, Сергей? Понравилось? Хорошо. Мы даже пытались на операцию отправить. Чуть выше поднимитесь. Правильно, к нам проще, да? Мы тут все можем. Я думаю, тут лучше не стало за 3 года. Наклоняться вам больно, да? Наклоняться больно? Нет. Не больно? Больно, да. Ходить больно? Переведите. Что говорит что папа? Тебе больно? Колено. Посмотрите. В общем, сделали ему МРТ, когда сказали, надо оперировать. Анализы начали сдавать. Нашли у него сахар. И не стали. Этого не стали оперировать. Типа стабилизировать. Ставят стабилизировать. Это же пациент. А, которого вы делали. В этом же месте. И получилось, воспаление ушло и забылось, потом ковид начался, потом после ковида золотые. Так, узнайте у человека, пожалуйста, что у него болело до того, как он ложился, что у него. Просто вижу, он тяжело нагинается, все. Можешь, Сергей, узнать точно? А что у вас болело, когда вы заложились вот сюда, занимались на кушетку? Где у вас боли давало? Сейчас, спина осталась. С утра он просто находился, думал, что работал. Работал. Сантехником работает просто здесь, в Жаке. Получается, про спину помню хорошо. Угу. Терпимо? Или не больно вообще? Не больно? Не больно. Больно, да? Я думал, не больно ничего.
Что хорошее? Ладно, хорошее. Хорошо. Нравится. Я не знаю, это не объяснить. Тут просто обычно замечательно совершение, как вчера утром было. Замечательно. Довольны вы? Вроде бы довольны. Классно. Так, руки ложите под голову. Под голову. Тут все выровняли. Выровняли. Позвонки выровняли. Хорошо. Да. Это чудесно. У меня плохо, что просто полежу везде. Из-за этого. Из-за пластины. В прошлый раз меня там даже грудной не трогали. Поясничный шейный там немножко из-за пластины. В этот раз я побегал. У меня был пациент первой группы инвалидности на коляске. Вот. И получилось так, что ему удалось помочь, но он уже с палочкой чуть вставал и сразу садился. Я думал, ходить надо. Он дома как стал ходить, и у него лучше, и все. Вот. Встал? Да, спастика осталась, а так вообще прям очень... Вот. Но он сам старался, он ходить больше. Там же позвонки некоторые, когда вот разжимаешь, вот, конечно, не всегда так бывает. Бывает, многое не получается. У нас вот... Ну, я не хотел бы об этом тут говорить, тут как бы... В общем, у него-то хорошо, все нормально осталось. Вот. Писали нам комментарии, это вчера в Ютубе, говорит, всем ли пациентам можете вы помочь? А я написал, конечно же, далеко не всем. И у нас пациенты, которые и сейчас, и бывают часто, которым мы не можем помочь. Вот. Делаешь не только вот суставы раздвинул и все, а другие же бывают вещи. Бывает, может, у нас что-то там мозгового не хватает, уровень у нас не тот, может, в этом. Поэтому... Многие моменты мы не можем решить. Какие-то можем, какие-то не можем. Терпеть. Меня манит вот это вот, смотреть, штучка эта нравится. Красиво. Ложитесь на спину, пожалуйста. Не щелкает, все.
Все, дернем, не бойтесь. Прошлый раз чуть без зубов не сдался. Извините, у нас просто уже на автомате зубы золотые, мы раньше же было часто их. Мы их клад и себе. Вот. И уже по привычке осталось. Уже как бы времена прошли, уже и зубы-то реже бывают золотые. Но все равно. Поэтому... расслабить. Не крутить. Расслабь. Присаживайтесь на край. Сюда. Не дается. Крутите головой по большому кругу. Документы учеников не попрятала? Хорошо. Как у нас ситуации сложные. Как шейка себя чувствует? Хорошо. Вставайте на проверку. Вставайте. Да, идите вперед к банкам. Не прыгайте, прыгнул, понятно? Вы оба не послушали, я смотрю, да? Полностью. Я со второго раза послушал. Ко мне лицом. Ноги шире. Второй раз еще не прошел, вы тоже в прошлый раз обещали. Тянитесь до пола. До одного носочка, двумя руками. До другого. Руки. Только дверь, не ударьте это. С головой. Вместе с головой, чтобы увидеть сзади там всякие вещи красивые. Вот так вот руки поближе. Резко. Вещи красивые вы не видите сзади. Для чего их расставлял? Вот так вот. Смотрите, бантики с Валбериса новенькие. Вот заколочки если, всякие. Если да, что может повернуть. Вот так вот. Вместе с головой. Туда, куда ты крутишься, туда и голову поверни. Не в обратную, что ты руки в одну сторону, голову. О. Так, 10 раз приседаний. Ага. Ноги чуть шире, вам уже будет легче. О. У нас так и должно быть 3 человека, дало. Ну. 3 у нас осталось. Сама сошла. Сильно не глубоко. Так, хватит. Теперь походите, как себя чувствуете, попроверяйте. Вот так вот. Только разговаривайте, не молчите, что прошло, что не прошло. Ну, спина болела, она чуть-чуть не так. Ну, это удары. Это тебя мышцы спина. Да, все. Да. Нормально. Он говорит, нормальный пациент. Все, присаживайтесь. Душан, да, у нас? Да. Можешь дверь открывать. Да. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Не прыгай только, слушайте хоть чуть-чуть. Вот.